По меньшей мере 2 человека погибли и почти 70 получили ранения в результате массовой аварии на скоростной трассе в Монреале. Столкнулись более 200 автомобилей, включая школьный автобус. Учащиеся, как передают местные СМИ, не пострадали. Цепочка покореженных машин растянулась, по свидетельству очевидцев, на 1,5-2 километра. По данным властей, причиной ДТП стал внезапный снежный шквал, из-за которого видимость на дороге резко ухудшилась.